Վիվարը հաջողակը քեզ տանելու է Դուբայ։ Շահելու ես ջեքփոթեր, միլիոններ, հազարավոր քեշեր, iPhone-ներ, AirPods-ներ, Frisbee-ներ, նաև անսահմանափակ ավտոմեքենաներ, որոնցից դու ես ընտրելու հենց քոնը։ Իսկ օրական 2 անվճար պտույտները քեզ ավելի են մոտեցնելու այս թե շահումների։ Վիվարո, խաղա հաճույքի համար։ Հիմա մեր զրույցին կմիանա արդեն Կարինե Գևորգյանը։ Կարինեն կասի Ալիևի եւ Փաշինյանի այցելությունները Մոսկվա, Մոսկվայում ինչ ռեզոն ունեցավ եւ ինչ են մտածում այդ մասին։ Я думаю, что это рекогносцировка со стороны Москвы. В связи с тем, что по моим предположениям, путинское руководство займется постсоветским пространством, включая такую серьезную геостратегическую точку, как Южный Кавказ, после выборов в Государственную Думу. Для меня это очевидно. Здесь есть некоторая логика во внешнеполитической деятельности президента России. Поэтому в какой-то степени это, возможно, была сверка часов, действительно, потому что в обоих случаях мы обращали внимание на то, что прозвучало это выражение. Думаю, что разговор был разным, и я думаю, что мне представляется, что московская сторона, скорее всего, в том числе азербайджанской стороне, предполагала все-таки не гнать коней и не торопиться и не настаивать на слишком жестких условиях урегулирования, там, заключения соглашений и так далее. Есть а Азербайджан торопится, да? С моей точки зрения, да, Азербайджан торопится и Турция торопится, союзник Азербайджан торопится. Я обратила внимание на то, что на этом фоне на территории Российской Федерации арестованы ячейки, которые в том числе протурецкие, скажем так, осторожно очень так можно сказать, то есть это исламисты, но ближе к протурецким. И так далее. И это системные аресты по всей территории России. Вот. Потому что, в общем-то, Москва... Нет, здесь, извини, Карина, здесь очень интересно. А где причина? Надо вам сказать, что я в свое время обратила внимание на турецкий след. Не спрашивайте, каким образом. Я внимательно отсматривала фото и видеоматериалы, когда начались протесты в Хабаровске. И я сообщила об этом одному из своих друзей, человеку, который носит погоны, и он очень удивился, в том числе сказал мне, что если бы это сказали мне не вы, я бы решил, что это армянская паранойя. Вы меня понимаете сейчас. Да. Но тем не менее, после этого он перезвонил и сказал, что я оказалась права, и действительно в СМИ появилась информация, это было в новостных передачах в том числе, были арестованы две ячейки. Показали одного узбека, его назвали протурецким, действительно вот протурецкий, он принадлежал к группе близкой к Хизбут-Тахрир, вот братьям-мусульман и так далее. И его показали. То есть, в принципе, я вижу, что, ну, может, не только, наверное, с моей легкой руки, но, по крайней мере, вот такие серьезные антитеррористические ведомства России, в общем, достаточно серьезно к этому отнеслись, особенно после теракта в Казани. Так, еще одну важную вещь. Где Иран на этой карте? О чем вы говорите сейчас? Давайте обратим внимание на недавние события. Мы видим, что Иран обложен как кабан совершенно, потому что протесты в Хузистане, которые буквально там 3 дня назад начались из-за нехватки воды там, в связи с засухой, так вот, их подхватывают и в других регионах. Мы знаем, что идет наступление талибов, есть проблемы, связанные с Гератом и с поддерживающими Иран хазарейцами, проживающими в том числе там. То есть, в общем, мы видим, что по всем границам Ирана, к
кроме границы, может быть, там небольших участков границы с Ираком, по крайней мере, про Курдистан, про эти Останы ничего не известно. Мы видим, что возникают очень напряженные очаги, и вот эти протесты в самом Иране могут иметь кумулятивный эффект, конечно.